На Транссибирской магистрали паровозы доживают свой век. Электрические провода уже протянулись на многих участках пути Москва-Куйбышев-Иркутск-Дальний Восток. Накануне Нового года завершена электрификация еще одного участка Москва-Рязань. Эта линия входит в Транссибирскую магистраль. Первый электровоз ведет депутат Верховного Совета РСФСР Аркадий Мотов. В поезде почетные пассажиры. Те, кто ставил бетонные опоры, подвешивал провода, возводил подстанции. Недалеко время, когда электровозы помчат поезда из Москвы на Дальний Восток. Это будет одним из больших свершений семилетнего плана.